Центра оперативного управления ДВД поступило сообщение с одной из городских бань. Помощь полиции запросила администрация заведения. Якобы им мешал работать пьяный клиент. На место происшествия выехал патрульный экипаж. По прибытию администратор бани заявил, что пьяный мужчина не расплатился за услуги и не дал персоналу вовремя закрыть баню. Он ругался и оскорблял их. Клиент, в свою очередь, заявил, что в бане пытались обмануть его и явно завысили счет за предоставленные услуги. Администратор в ответ сообщил полицейским, что посетитель пугал их своей работой в налоговой инспекции. Я ничего такого не говорил. Я сказал, что вызову налоговым для того, чтобы они проверили вас. Служебного удостоверения я не предъявлял. В общем, посетитель продолжал отстаивать версию о том, что его хотели надуть. По крайней мере, об этом говорили его собственные расчеты. И дизель взял за 1000, за 150 тенге. Там сколько остается? А пиво, полотенце, сабан. Не помню. Хорошо. Полотенце 200 тенге. Да. Сабан 100 тенге. Тут так, я бяну, не было. Тут это. Ты мама заебал, моим мамам тут это же пишет. В конце концов, разбирательство закончилось тем, что администратор бани написал заявление, а чистенького клиента повезли на обследование в медицинский вытрезвитель. На пересечении улицы Адырбекова и проспекта Таутихана произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке столкнулись Мерседес и БМВ. Благо, что люди не пострадали, но машины получили серьезные повреждения. На место происшествия были вызваны сотрудники дорожной полиции. Им предстоит выяснить, кто из водителей виновен в этом дорожно-транспортном происшествии. Возможно, прояснить обстоятельства столкновения помогут камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления. Дорожные полицейские провели очередные рейдовые мероприятия в Мактаральском районе. Особое внимание инспекторы уделяли междугороднему пассажирскому транспорту, который следует в алматинском направлении. По данным, которые нам сообщили в управлении дорожной полиции, злостных нарушений во время этого рейда выявлено не было.